Телевизионный коллегачилер, онна радионистачилер, эфирге Time Out спортивный билей, он уитачи Николай Бестинеп, бүгүн биги дзюдо дуна капстях пит, отон билерги курдук, истебитки көрбүкү курдук, быйыл кахангатагар даганы де элбэх хитиги келле, дзюдо көрүңөр, ол курдук, арас бу кураттарга, арас курактыхилерге, бу крада кыргыттар бут, орта астахта кыргыттар бут, онна улхан дежонга баратыгар, кыйы өрөгөйүн белдилер, ол курдук де. Тюет кыл кемес метал. Быйыл биягелле ол курдук. Улухан жандарга Нюргуяна Никифорова ингушети яга болбут Россия чемпионаты гарде. Олох кыргы байтык бастабыта. Онтон де бу Айна Моисеева, Юлия Ман де бу юниордарга бастабыттыры. Эдерчаттарга онтон бу хотортаата Карина Ефимова де ме кыйы өрөгөйүн билле оголорго. Анан буллагана бу дзюдо көрүнгө де келиңи кемге саңа тахымга тагысты. Анан бүгүнкү биги студия бүтүгөр ЛЖТ келилер бу кыл кемес метали ылбыт кыргытта бар келилер, бар келете Юлия Аманара келбете. Онна гала бар келилер, окуду Нюргена Никифорова алар, Айна Моисеева, Карина Ефимова, онна биги сүймер деме команда бу. Сахаян жүздөгө сүймер деме командатын сүрүн тренери Дамдиндош Гамбадош келен алар алар. Анан бир час устата бүгүн биги дзюдо туунан кепсет яппет, дзюдо хайдыдын туунан эники кескелен туунан кепсет яппет. Анан балана бу час устата бигинин тебирге болон биги ага сафирге үлөлийбет. Анан 32-00-616, 32-11-616 номерлеринен бу бастыгы час бекенден эриерин. Бастан тылы биги ылжытыр бүтүгө беребет. Ол кенеттен токтобул кенне ыйтыларга кири яппет. Анан же тылы биги ылжытыр бүтүгө беребет. Добрый день. Добрый день. Ага. Так, первое слово дадим главному тренеру, да, нашей команды, Дамдиндошу Гамбадошу. Вообще, дзюдоисты в этом году произвели фурор, да? Никогда такого не было. 3 чемпионки, да? Вообще, как шли к этому успеху вообще? И как вообще? Долго ли шли к этим победам вообще? Пожалуйста, Дамдиндош. Ну, если вообще и именно вот, затронуть самого себя, да, как я начал тренерскую деятельность, это был 9-й год, 2000. В декабре ко мне попала Мисайлова Татьяна. Мисайлова Татьяна, получается. И она у нас в 2012 году сделала такой прорыв от лица республики, да, именно защищая честь республики, а стала победительницей первенства России. Это был Ачинск, Красноярский край. И вот Татьяна с Нюргуяной, они как подружки вместе, да, рядом сюда. И Нюргуяна, можно сказать, за ней росла. И через год, в 2013 году, она, получается, серебряная, стала призерка первенства России до 18 лет. И далее уже вот так вот по нарастающей. У нас в 2014 был, не было медали. В 2015 у нас было только серебро до 21 года. В 2016 золото у Нюргуяны. И затем уже, получается, вот к 2017 году девочки у нас появились в училище, да, вот они еще младше были. И вот последние 3 года мы, получается, плотно работаем. И результат, получается, вот такой работы, как бы, ну, командной, единой работы, вытекает в такое, как бы, ну, качество, можно сказать. Просто здесь, конечно, ну, не скажу, что это везение, да, это потому что, говорю, это вот 10-й год, получается, в общем, вот Карина у нас 9-й год тренируется, а Айна 6-й год, Нюргуяна 10-й. Получается, это итог многолетней работы, да? Это не так, что с бухты свалился. Да, не случайные победы, да. Тем более, в прошлом году у нас, получается, Айна была второй на юношеской России, Нюргуяна была до 23 лет чемпионкой, Каина, правда, ну, не получилось у него там, да, но, тем не менее, уже медали были и близкие были. Каждый год медали, да? Да, да, да. Все больше и больше медалей. А тут раз, как-то в этом году, правда, я сам до сих пор еще... Как сказать, я вам честно признаюсь, у меня бывает, может сказать, ночные кошмары или что такое, где-то под утро просыпаюсь, неужели это со мной происходит, да, потому что я знаю много тренеров, которые также выкладываются, также работают. Ну, у них даже бронзы нету, допустим, ни в одной возрастной категории. Они, конечно, на меня смотрят, ну, радуются, да, но мне одинаково, как сказать, я их понимаю, как им тяжело, допустим, не иметь медалистов. А тут я такой жирный хожу, 3 золота сразу личных воспитанников там. Поэтому, ну, такое, как бы, двоякое чувство. Получилось, так получилось. Ага.
Так, многие уже ну, интересуются, да, кто такой Дамьен Джордж Гамбадош, откуда он появился, да, потому что именно в этом году громко именно начали говорить о дзюдо, да, потому что раз за разом все, все громче и громче, да, заявляют наши спортсмены о себе. Уже 4 золота, да, 4 золота России. Уже за год подряд, да? Каждый месяц у нас победы, да? Расскажи немного о себе, откуда родом, где начал. Ну, я знаю, ты победителем Дети Азии еще был, да? Защищал нашу республику. Конечно, нет, да? Это вообще, если правильно, Гамбадорш, это у нас, я сам родом из Монголии, и у нас фамилия передается от имени отца. И вот мой отец, получается, в далеком 92-м году переехал, один сначала, потом в 93-м году уже, мы маленькие, мне еще было 10 лет, когда мы перебирались в Якутск. Он сам тренер, получается. То есть, как бы, я все детство вот варился вот в этой кухне, да, дзюдоистской, там, спортивной. Сам боролся там до определенного момента. И, как бы, ну, тема дзюдо, это всегда было дома спорт, вот эти все спортивные моменты. А потом я уехал в Красноярск учиться, вернулся, ну, вернулся именно вот по настоянию отца, потому что отец там, как сказать, ну, видимо, у него два сына, я и младший брат, да, хотел все равно в ком-то продолжение своего дела. И он говорит, что вот тут открывается штат на базе училища, да, и нужен, как бы, квалифицированный специалист, тренер там. И говорит, тебя, как бы, многие поддерживают, многие, большинство тренерского состава, говорит, приезжай, попробуй. Я колебался, ну, немножко там, где-то месяц был раздумья, потом все-таки решил, что ехать надо. Ну, вот и все, и начал вот с января 2009 года. То есть, получается, ровно 10 лет, да? Ну, юбилейный год, как бы, да. А как спортсмен, какие успехи имеешь? В 2002 году я выполнил норматив мастера спорта России, это в Владивостоке, я выигрывал турнир мастерский, затем... А ну, если года, если детский спорт, то в 2000 году на играх Дети Азии, на вторых, становился чемпионом. Вот. Ну и там были там определенные тоже международные турниры, там призером становился с российского турнира. Вот. То а есть так... на себе знаешь, да, что такое вкус победы, да, именно на больших коврах? Ну, и вкус победы, и вообще все эти моменты переживания через себя пропускал, поэтому и как тренер тоже страдает, потому что видел, как отец там, да, старается, работает. И как спортсмен, то есть я, в принципе, оба лагеря, получается, понимаю, как себя чувствует спортсмен, как себя чувствует тренер, и, ну, и семья тоже, мать там рядом страдает уже. Ага, я знаю, вот у тебя родной брат Бадош, да, тоже входил в сборную России по дзюдо, да? Да. Был очень перспективным, но почему-то исчез, да, в последнее время? Ну, вот, к сожалению, у нас, как вы знаете, в большом спорте же часто бывает травма, и у него была серьезная травма в локтевом суставе, он дважды его оперировал. Ну не, ну, не смогли восстановить полностью. То есть он функционировал там, наверное, на 50%. И вот получилось так, что, ну, не раскрылся, и, можно сказать, уже как бы ушел из большого спорта. Тем не менее, ну, дважды становился призером первенства России до 23 лет. В составе сборной был 3 года у нас. Вот, ну, вот так. Но зато, получается, сейчас вот спортсмены как бы переплюнули уже, дальше ушли. Так, многие... Тебя называют нашим якутским Эцио Гамба, да, который вот сотворил вообще нечто невозможное, да, на прошлых Олимпийских играх, да, по дзюдо, поэтому тебя уже сравнивают с ним. Не до него, как до Луны. Так, перейдем к нашим спортсменкам. Нюргьяна, да, откуда родом и вообще как проходил чемпионат России для тебя, и расскажи именно про твой победный путь. Ну, я сама родом из Мирнинского района, село Орлах. Вообще, как начала заниматься и как до чемпионата России дошла. Ну, вкратце. Ну, в 19-й школе начала заниматься, туда пришел мой первый тренер Валерий Максимович Герасимов. Вот, я у него где-то год тренировалась, потом он меня передал сразу к Дамьен Доржу на просмотровые сборы в ОР. Ну, вот там заметил, получается, и взял к себе. Я тебя заметил еще ранее. Там, я могу, да, маленько рассказать? Да-да-да. У нас была такая, ну, она и есть сейчас, спортсменка Полякова, если не ошибаюсь. Как зовут? Снежана. Вот. Она на тот момент была призерка первенства России, до 2018 такая, как бы, тоже героиня там,
республиканского масштаба. Вот. А я прихожу смотреть там соревнования наши здесь местные. И ну, меня удивило, что она такая никому неизвестная, не ругая, она выходит, и с ней, в общем, там полную схватку отборолась. На равных, да? Да, то есть она еще, как бы, там, может быть, полгода тренировалась, но видно, что духовитость есть, когда вот ты видишь в спортсмене вот этот дух, духовитость, характер, как бы, да, вот этот стержень, который можно, в принципе, технику, тактику, это все же можно... Отточить, да? Отточить, да. А когда ты видишь, дух есть, сразу как бы у тебя в память врезается. Ну и потом Валерий Максимович меня звонит, говорит, вот есть такая-то, я говорю, да, я говорю, я знаю, говорю, я вот я бы хотел как раз посмотреть ее вот во время зимних каникул. И все, и с того момента вот это, как сказать, сотрудничество, можно сказать, началось. Нюргияна, как мы знаем, вот уже четвертый год становится, ну, золотой медалисткой, да? Подряд. Подряд, да? Среди юниорок была, да? Да, ну, с 2016 года начинала по юниорам. И каждый год побеждает, молодежь, да? И вот сейчас... Есть шансы вот на Токио? Как думаешь? Мы почему-то все так любим сразу брать пик вот этот, да. До этого надо... уйму пройти. Теоретически, да, потому что сейчас у нас просто был момент такой после чемпионата России, там у нас немножко сердце, да, у него, это я тоже потом расскажу, почему так получилось. Умом мы не могли пройти, и нас сняли с международных стартов. Сейчас, слава богу, мы здоровье там, благодаря нашим чудо-врачам, которые сделали невозможное, да, все собрали, обратно допуск получили, и мы ждем с января вызовы, да, новые, и 78 килограмм, она у нас такая, как бы, ну, не совсем конкурентная, ну, сильно конкурентная, да, что, в принципе, 2-3 турнира хорошо отбороться, этапов гран-при, и можно рассматриваться на Олимпиаду. Поэтому, ну, шансы есть. Вот. А что касается, вот, я просто хотел бы только, что там затронули тему Эцио Гамба, я бы хотел отметить, что до его прихода он же пришел в сборную в 2012 году. Ему только доверили, получается, мужскую сборную, ему как бы дали карт-бланш, сказал, вот, делай, что хочешь. И вот он сотворил такое чудо, когда вот не было уже долгих там, сначала как вот Россия образовалась, отдельное государство, не было под дзюдо золотой медали, были призы. Да-да-да, не было. И все хотели вот как раз золото. В Пекине провалились ни одной медали вообще, ни бронза, ничего. В 2012 году бах, там Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев, да, они бах выстреливают. После этого, получается, ему вообще, ну, сказали, давай-ка так, расширяйся, мы тебе доверяем и женскую сборную. В 2016 году он подтвердился, 2 золота, получается. И когда вот, ладно, давайте после перерыва, наверное, расскажу. Сейчас мы уходим на рекламу, потом продолжим разговор. Оканитэнде итилэрю лансалых пыт. Бехау тудики уамбир алтоналта нюмерная реальна. Үтеу күнден күнді радионай стәйтшілер, өнді телевизиондан көрі әтшілер, еге тайм-аут спортивінден бейрінде көрес тәлір ауыз. Бүгін беге студия бітігер, де, жүздуға бұйыл Россия көйіл ақтара кәлен олар олар. Оны тағынан сақабыт серен жүздуға сүймердеме қамандың сүрін тренері Дамдин Дош, Гамба Дош кәлен олар. Ну, Дамдин, ты рассказывал про Ацио Гамба, да? Давайте закончим. Ну, там получилось так, что вот ему вот дали вот этот уже и курировать и женскую, и мужскую сборную. И он, когда все это дело вначале просмотрел, у нас очень была такая предвзятая судейство на национальных первенствах по всем возрастам. Там, да, всегда там округа между собой там в сговоре и так далее. Там тяжело было талантливым ребятам прорваться в национальную сборную. И он, получается, выставил сейчас такую схему судейства, там, где есть супервайзеры, там, то есть такая пирамида идет контролируемая. И когда мы поехали в 15-м, да, тогда он еще не руководил, а вот уже в 16-м, когда поехали, как раз когда Нюргияна выиграла Россию, там, то есть, было судейство, ну, я скажу, что почти, ну, 100% объективное было, и мы могли и в финал выйти, и в финале выиграть. А до этого, допустим, ну, мы приезжаем, там, никому неизвестная республика откуда-то с края земли, там, да, и мы могли на ранних стадиях, там, на первых-вторых кругах могли просто, там, бывает, допустим, чуть-чуть лучше, да, вы сами же знаете, вот, как бывает, на чемпионатах могут сплавить там, да, это тяжело было прорваться там, да, вот. А тут как вот его вот этот нововведение, которое, оно как бы и помогло, я думаю, что мы могли, получается, в 16 году мы уже 100% от республики выиграли этот юниорскую Россию, а дальше уже мы, нам надо было
стратегически объединяться, чтобы мы могли чаще находиться в центральной части России, потому что вот оттуда еще досталось вот это дело сейчас у Неругуяны проблема с сердцем, частые перелеты были, и постоянная нагрузка на сборах, и мы вот, ну, можно сказать, загнали. Все, спасибо. У нас вопрос. Берем телефон. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Дамгину. Ну, во-первых, поздравляю Дамгина и девочек с успешными выступлениями. Мы очень рады. И вопрос такой. Вы занимаетесь девочками, да, допустим. А есть ли шансы у наших мужчин, юниоров, юношей? Занимаетесь ли вы с ними? Вот такой вопрос. Благодарю за вопрос. Берем второй вопрос. Алло. Алло, здорово. Здорово. Николай, ты... Олар тұқтың запис барды, тұқта дебіт, күріқті дебіт маменлара. Олар бұл қа дүреді тұғына, олар тұң өнің тілінетті етті. Еңі дүзуді дән кейләне, қамымыз қайырыры көрбіті дұғақты, нәңәптен. Сөп, мақтал. Вопрос Александра Посельского, да? Первый вопрос, да? Есть ли шансы у наших парней, мужчин? Ну вот сейчас недавно Неругуяна вспоминала, смешной вопрос был, когда это было в 13-м году, по-моему, когда мы с Мисайлова и с Неругуяной завоевали две медали, приехали, сидели в прямом эфире здесь, я помню, Степан Посельский тогда был ведущим, и звонок такой, и спрашивают, ну, народ Саха вообще, ну, способен по дзюдо показывать результаты. Я как бы, ну, реально был немножко шокирован, как это каждый народ, он реально может реализовать себя в дзюдо. Да, сейчас у нас география дзюдо, оно 160 стран только участвовало на последнем чемпионате мира в Токио. А так официально там 205, по-моему, федераций зарегистрированных в Международной федерации дзюдо. Вот. И возвращаясь к вопросу, то, что да, вот, да, Александр Посельский, мальчишки, парни есть. Просто, опять же, да, допустим, меня одного не хватает на всех, да. И, конечно, как, если вообще как бы предельно открыто говорить, как бы уровень конкуренции по всей России, допустим, у девчонок они одинаковые примерно, да, и количество занимающихся там, да, и если вот так вот, вот мы сейчас благодаря тому, что там и в Японии делаем УТСы, Монголии, в европейские части, да, континента и так далее, девчонки вот так вот дают свои результаты. Сейчас, конечно, ну, надо, чтобы пацаны тоже, как сказать, не расслаблялись, подтягивались. И... Ну, есть перспективные парни? Конечно, парт, есть. Да. Вот даже вот старший брат Артур Ефимов, да, это вот Каренин брат, буквально месяц назад, получается, там в Владимирской области, в городе Ковров, выполнил мастера спорта России. Это уже не так, что там, допустим, у нас часто, к сожалению, бывает, я тут поехал, такой проходной турнир выиграл и сделал там себе мастера. А тут явно там, да, без всяких договорников и так далее выполнился. Потенциал есть, но вот опять же, внимание, да, лично вот это вот, про подготовительные этапы, просчеты, все это делать, если будут там у нас ребята, есть и Громов, Илья, там, ну и других много ребят, которые... Которые могут выстрелить, да? Да. Однажды. Вот сейчас даже вот буквально месяц назад, когда мы были в ноябре в Красноярске на первенстве России, у нас поехал в команде 60 килограмм Фирус Оев, да, мальчишка, он в первом кругу сравнял счет на последней секунде, получается, перевел дополнительное время и там выиграл у парня, который был призером прошлогодней России. Но он много сил отдал, получается, и во второй уже не готов был. То есть, опять же, это чуть-чуть дает... не хватает, да? Везения? И... Нет, это... Ну, и везение, возможно, но нужно тоже определенный объем... Когда ты провел объем работы за год, тебе уже там за месяц можно просто вот подводиться, да, спокойно, и у тебя внутренняя уверенность есть. Я думаю, что девчата тоже были уверены. Ну, сейчас им передают стимул вот эти девчонки, победы этих девчонок, да? Они же месяц тренируются, вместе ездят на сборы, да, и смотрят, да? Вот все могут победить, да? Абсолютно, во всех категориях. Независимо, да? От пола, да, просто, да, нужно систематическое занятие выстроить. И каждый вот такие победы вдохновляют наших спортсменов, да? Сейчас у всех, наверное, горят глаза, да? Все хотят. Я думаю, не только у спортсменов, я думаю, что и родители вот этого настоящего поколения смотрят, что могут и на севере быть дзюдо. Да. Берем еще один. Второй вопрос пропустим. Потом ответим. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Николай, добрый день, Дамбинжон. Я так думаю, что Дамбинжон является прямым потомком нашего дедушки Чингисхана. И вот если бы, допустим, главный, основной наш джудаист страны
Владимир Путин бы, если тебя пригласил на татами, Дембинджон, ты бы вышел или нет? Спасибо за интересный вопрос. Сначала ответим, да? Он вот спросил, да, кто-нибудь смотрел фильм, да, «Гений дзюдо»? Ну, в детстве я смотрел. Здесь. А девочки? Ну, меня дедушка заставлял смотреть, но я что-то так и не посмотрела. Но он очень долго, по-моему, идет, но я обязательно посмотрю. Музыка суровая. Аина? Карбетан, да? Карбетан. Карина? Я смотрела еще. Надо обязательно смотреть, потому что там, это же история. Надо не только на татами показывать, да, результат, а и историю тоже надо знать. И еще один интересный вопрос, да? Третий вопрос. Ты бы вышел против Владимира Владимировича Путина, если он бы пригласил на татами? Я думаю, что нет, ну сами смотрите, человеку уже там сколько, 66, да, или сколько там лет, да. Я моложе его, понятно, что там. Неравные силы, да? Да, как бы. Поэтому, если он пригласит, я бы вышел, но я бы, наверное, поддался, потому что, ну, так, как сказать, заставляет субординация. Вот. А то, что там, вот сейчас он... Из уважения, да? Да, вот он мне вначале там как бы призвал, что там потомок Чингисхана. Ну, я к этому, по идее, это, как сказать, это же случайное событие, поэтому я не могу так ходить и себя там в грудь бить, что вот я потомок и пойду с Путиным бороться. Еще один вопрос. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это вы Салдана, села Самула, дядя Руслан Матвеевич. Но потомок Чингисхана, компьютерш, молодец, так держать. Вот ребятам я хочу, девочкам вопрос давать. Ана компьютерстан икөкөн барабын же келген агата. Же келген туга билген наа өгөр акан олого. Аны бу ке оглор кетер үлөтүн кайда сүрүнөн кетерей. Магыба. Сеп мактал. Так, Аина, кепсади. Аина мен келе хаджибта биха студияга. Андай де призёрово бутунде. Оглор кетеди гана баран билген. Бастыгытын бу эдерчатага таксан баран. Вона хеттер астагаджан хүбе бир хастыргар дылы кыттар жону барларын кейде онда бастагата. Жара Айына кепсе туахты етлерди терапевттерин кайдак сыйан алары бу жарактынаргар. Эм бен хатаска улап бутын де, хатаска бернаган де. Уорга ерене. Уорга ерене хатаска оларго те. Аха. Сөп. Жара кепсе ара. Киндер миген нар поддержкалылар ханданы эн травма пасына инден хаявытын. Куттаналар эрэрэ, хэм бир тох поддержкалылар эрэ. Аган нар курах тейлерге эрэрди? Ага. Бүдэй курах тейлерге кинен нар бар эдэ. Кепсэрэ, кылгастык, холобар кэргэр тух хамлэсты. Бэнэнэ, холобар нар биристэ амэстэ атэксэ адэ бүтэн гадама бидэдэ бастыгэлэ гэтэнди. Онта билигэн холобар бүдэн улухан саастах кэргэттэрэ, ага астах кэргэттэрэ кэргэр тух хамлэсты дэ анатын бэн. Настрой был один, еще идёт настрой к ламытам. Финал года вас попункене внутренне спокойный байтим то. У тебя бартыгар химбир хайдах турук тахадырын деп барып турук акилерин настрой барып дейтин де бартын. Все, бияха, все бир ити кирде истехайын. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Ити кимбир, тохтабак кара. Так, я хочу два вопроса, кстати. Первый вопрос. Ну вот, девочки же, ну, гендерное различие с мальчиками же есть, да? Поэтому, если бы, например, этого различия не было бы, они бы с парнями если бороться, да? У меня есть такая идея. А если упаковать вот девочку, да? Ну, милисетки там или какой-то бронежилет, и тренировать вместе с мальчиками. Тогда результат бы, наверное, повысился, я думаю.
И второй вопрос. Вот недавно 2 декабря запустили Чингисское месторождение газа, да? В Алёкминском районе-то. Это не название, это вашего предка. Спасибо. Спасибо. Так, с парнями боретесь вот на тренировках? С парнями? Конечно, да. Потому что тут как называется, опять же, такая партнерская, допустим, пацаны, они более силовитые, да, грубые немножко, можно сказать. А девчата, они у нас более эластичные такие, да, и как бы, ну, техничные, можно сказать. И когда ты, допустим, задание даешь и мальчикам, чтобы быть, ну, аккуратнее с ними, да, больше не силовую, а технику, у них техника вырабатывается. Ну, а девчатам, как бы, понятно, что с силовыми бороться надо силу вытягивать, поэтому такое, ну, взаимовыручка получается. Поэтому, ну, у меня, допустим, все вместе тренируются. И мальчишки, и девчонки. А бывает случай, когда вот девочки побеждают мальчик? Ну, это, знаете, это только в детской возрастной группе там бывает. Что, ну, все равно, как бы не хотелось там пацанам признавать, но девчата все равно раньше созревают. Все, сейчас мы уходим на рекламу, потом вернемся к нашему разговору. Үтей күнінен сөті көл күнді күйоқы қыраннан көрі өтшілер, оны радио нәстәтшілер, егі тайм маус партийіне беріне көрі істелі рот бүгін бейіға де дзюдоға де арасияны көйбіт де кіргітті көрін ұрылыр, оны сақабыт сүрін сүймірдемі қамадын сүрін теленері дамдин дош ғамба дош. Бүгін бейіге нүтчілі хақылы бұтыен кәрсетәбет, оны бәлем болын дені ғырабын. Сөп, оны итилер кізінен ме нүтчілі бейіғатын сөп. Өйділерін көрдік. Дебейе қаманда өсебір қайылақ қаландыр, әрсе қайылаға 16 астақ Карина Ефимова. Дәрі, Карина, расскажи про себя, где ты выросла, где родилась и где начала заниматься дзюдо? Сама я с Якутска. И начала заниматься дзюдо в первом классе, когда мне было 7 лет. Родители хотели меня отдать на спорт и решили... Ну, так получилось, что рядом с нашим домом стоял зал дзюдо. И, получается, мы не знали, что там вообще было дзюдо. Пришли и спросили, что есть ли здесь какой-нибудь спорт, и сказали подняться на второй этаж. Мы поднялись, и там было дзюдо. И мне понравилось. Сразу понравилось? С первого раза, да? Записали меня к тренеру, моему первому тренеру, Данила Мария Прокопьевна. И с этого началась ее спортивная карьера. Не-не, ну потом она последние 3 года уже в училище сейчас. А так всегда, все равно Мария Прокопьевна рядом всегда. То есть первый тренер всегда поддерживает. И когда вот пришли первые вот большие успехи? Ну, большие... Золото республики Дальнего Востока, золото России. Когда перешла в ВОР, получается. Уже когда училась в ВОР, уже начала показывать, да, достойные результаты, большие результаты. Если именно касаемо Карины, получается, она вот до того, как мы стали параллельным зачетом там, да, с Московской областью, у нее... Здесь, получается, это на Дальнем Востоке только 3-я, да, было по дзюдо? То есть еще-то. А потом мы уже начали, вот, выезда начались, там, подготовка в Японии, в Монголии. Ну, как-то более плотно там, да, и бах, в прошлом году она сразу ЦФО выиграла, федеральный округ. Вот. А до этого она была еще 5-я на России. И, по идее, вот по всем этим, ну, по моему, как сказать, то, что я рассчитал, я ожидал от нее, там, ну, с 1-го по 3-е место на первенстве России. Ну, тут как-то, ну, бывает засечка там, да, и она в первом же кругу на первенстве России в Тюмени, получается, она проигрывает там, ну, такому, как сказать, совсем не фавориту. Вот. Потом она в этом году летом, получается, она стала финалисткой спартакиады летней, вот, этот, который проходил в Череповце, получается, серебряная стала. Потом ЦФО снова, да, выиграла в этом году. Да. И уже, получается, ну, сейчас как уже на высшей ступени, как бы, она молодец. Ей всего 16 лет, да? Полных. Полных лет, и она уже вот лидер сборной среди в кадетском возрасте, да, до 18 лет. Ну, знаете, я сейчас добавлю, и девчонкам я всегда говорю, да, что внутренний и
чемпионат, и первенство — это внутреннее. Да. Нам сейчас задача сейчас получается на этих всех рейтинговых этапах Кубка Европы, где вот тренерский штаб просматривает их. На самом деле, наверное, больше интересует, как ты себя ведешь на международных стартах, да, потому что насколько ты стрессоустойчив, насколько ты уверен, насколько ты подготовлен. Все это будет там смотреть, чтобы уже там... Главный экзамен впереди, да, получается? Да, и... Ну, у нас, к счастью, да, есть, в принципе, определенный опыт выступления, да, на этапах Кубка Европы. Там, а у нас в этом году Аина была бронзовой на Тульском кубке. Карина там, кстати, на этом же Тульском, она выиграла итальянку, которая потом стала победителем первенства Европы и мира в личной встрече. То есть это тоже такие... Опять же, пища для размышления, которая дает основание, ну, надеяться на хорошее, но ну, никак не расслабляться, а готовиться хорошо. Угу. Вот ты сказал, что из-за частых перелетов, да, и частых смен часовых поясов начало ухудшаться здоровье, да? Да. Да, и поэтому уже они все дают, да, двойной зачет Московской области, и ну, почти там уже находятся, да? Нет, смотрите, как... Когда я объемы набираю нагрузки, то вот я, в принципе, это вот так получилось, что Япония с нами в одном часовом поясе, там, Монголия там один час разница. В принципе, это неощутимо. Мы объемы набираем, а когда вот эти начинаются отборочные там или подводящие и так далее, там, когда нужно уже акклиматизацию пройти хорошую, да, уже пойти вот эту колею нужно. Вот про это и всегда говорю, да, чтобы вольники, да, и боксеры находились там, да, потому что там нужна нам база, нужна спортивная база, да, и отдельная, и чтобы все, кто находился там, вот Георгий Балакшин, да, Лебедев, Василий Егоров, да, они же дают двойные зачеты, да, и которые находились, занимались именно в центральных городах, да, они давали результат. И всегда максимальный результат. Как вот эти девочки, да? И поэтому надо это уже учесть. Пора учесть, да? Взять на вооружение. Да. Потому что эти девушки уже вот уже дают же максимальный результат. Не призеры, они не бронзовые, не серебряные, а именно чемпионы. Чемпионы, все чемпионы. Поэтому это уже надо взять в вооружение, да? Так, а Карина, как относятся твои родители к занятиям спортом, да? Потому что ты постоянно на выездах, да? Сборы, соревнования, да? Как относятся? Родители меня очень поддерживают, верят в меня, поддерживают и... Ну, там не только родители, там дедушка очень бабушка мощная. Тоже. Все поддерживают. Ну, они поддерживают, да, потому что они сами тебя отдали, да, в 7 лет. В 7 лет, да? 7 лет отдали в дзюдо, да? И с тех пор ты уже занимаешься, да? Да. Получается. Мало того, что ее отдали, за ней брата тоже, и брата. Да. Брата тоже отдали. Прицепом. И не зря, да, получается? Ага. Будем надеяться. Так, а Нюргуяна как относится именно? Ну, мои родители тоже вообще не против. Но переживают только, когда травмы есть, а так в целом всегда поддерживают. А были у тебя травмы, такие серьезные травмы? Ну, да, колено травмировало в 2017-м, да, в 16-м, 17-16 год. В 16-м декабре на Кубке России. На полгода залечь на дно. Полгода, да? Да, полгода потерял на восстановление. Итак, микротравмов у нас у всех, вот кто сидит там, да, и у тренера, у всех там и голеностопы, и фаланги пальцев, локти, шеи, там микротравмы очень много. Очень много, конечно, да? Все равно мы движемся дальше. Ну, контактный вид спорта, да, что поделаешь, да, всегда. Падение есть. Ну, да. Броски, его уважают, болевые, да? Все. Удушающие. Люди засыпают. Почти как ММА, да? Так, у Аины были травмы какие-нибудь серьезные? Нагалахан пока гохоте. Гохоте. Да, не дай бог, не надо, просто это... Ну, стараемся, чтобы все было, слава богу. Так, дальше какие планы у девочек? Дальше, ну вот мы сейчас... Опять же, ну, пока пользуюсь случаем, я думаю, должен слова благодарности. Вот у нас фонд будущего поколения, по-моему, есть, да, вот они, как бы, получается, часть... У нас большая команда вообще сейчас собирается выехать на подготовительный сбор в Японию, и вот там, получается, и управление детского спорта взяло часть команды, там есть фонд будущих поколений, и центр спортивной подготовки, то есть, ну, получается,
все собрались, и вот мы сейчас выезжаем на перед Новым годом, вот двухнедельный сбор. Как раз вот я так думаю, да, что вот хочешь результата, надо работать, да, и поэтому мы поедем сейчас в Токио, там с хорошей школы у нас как бы такое идет. Ну, просто, как сказать, не так там через федерацию как-то масштабно, да, просто с тренерами хорошие личностные отношения выстроил, и к ним напрашиваешь, они как бы, ну, идут тебе навстречу охотно, да, и запускают, можно сказать, лучшие залы Токио, да, и Японии там, потому что туда... Япония сама же маленькая, компактная, и вот в эту школу приезжает там из севера, с юга, ну, сильнейшие школы, и вот девчата с ними заходят, и вот, ну, это выглядит примерно как вот в мясорубку тебя бросают на выдержку, да, и нужно выдержать. Ты выдерживаешь? Вот они в прошлом году первый раз такое попробовали, я думаю, всем было, конечно, тяжело, но я думаю, что они сами понимают, для чего это они делали. Вот потом, спустя там 9 месяцев, 10 месяцев, результат, ты стоишь на пьедестале, я думаю, ты сразу, ну, понимаешь, да, зачем это надо было раньше делать, проделывать такую работу. Поэтому у нас вот до конца года такой сбор будет. А в новом году у нас, ну, опять же, вот спортсмены, вот, как сказать, высшего спортивного мастерства, у них всегда бывают какие-то при прохождении ума там то сердце, то еще что-то, какие-то анализы плохие. Поэтому сейчас не хочу так бросаться громкими словами, но в середине января надо будет нам всем ума хорошо пройти, да, чтобы допуски были. И все, и с февраля, ну, с конца января уже начинаются эти подготовительные сборы Кубками Европы. И я думаю, в февраль, март и середина апреля мы, наверное, уже будем там находиться. Ну, задача такая, чтобы мы набрали побольше этих баллов, да? Международных рейтинговых баллов, да. Чтобы задача просто, как сказать, следующий год, я уже много раз говорил, что Олимпийские, поэтому у всех там, у Нюргуяна чемпионат Европы в апреле стоит. У Аины там осенью, правда, будет первенство Европы. А у Карины, получается, уже в июне будет первенство Европы. Это все должны участвовать на первенствах, чемпионатах Европы, да? Получается у них путевка на руках, да? Нет, вот именно, что нету. Вот как раз вот эти Еврокубки. Как бы, сейчас, конечно, там в статусе чемпиона ты приезжаешь на сбор, там будут все на тебя там пальцем показывать. Вот. Но расслабляться нельзя. Расслабляться нельзя, ни в коем случае. Поэтому я говорю, что надо сейчас... Многие сейчас, допустим, вот я сейчас смотрю некоторых ребят, спортсменов даже, у всех новогоднее настроение, там, все ждут этой встречи, ну и что там. Для меня это как бы смена календаря, да. Обычный день, да? Надо как бы готовиться, там, да, делать объем тренировочный. Да, чтобы... да, именно такое отношение к делу именно дает результат. Вот Виктор Лебедев, он вообще не праздновал, когда вот этот Новый год, да, он 1 января в 8 часов уже был в зале и тренировался. Один, ага. Поэтому именно такой фанатизм и дает результат, да? Это уже, то есть, второе, да, что надо на вооружение взять. Да. Помимо базы. А федерация у вас как работает? Федерация? Ну, у нас получается... А это после вот перерыва, да? Перерыва на рекламу. Сейчас мы уходим на рекламу, потом поговорим о работе федерации. Мы остановились на федерации, да? А федерация как работает у вас? Кто возглавляет? Смотрите, с прошлого года у нас к нам пришел Павел Алексеевич Мариничев, это генеральный директор «Алмаза Анабары». И вот, ну, из личного, то есть то, что именно вот при моей вот карьере тренера, то, что случилось, это вот именно его приход, конечно, очень сильно повлияло, да, на работу и федерации, и на правильное, на целевое направление средств, которые он выделяет, ну, от компании, на сборы, на подготовку. И все это, вот, опять же, говорю, тоже имеет вклад, да, что имеем сейчас вот 4 золота от Якутии, то есть... Я думаю, он, наверное, в конце года, когда будет выявлять лучшую федерацию среди дзюдоистов, я думаю, он должен быть одним из лидеров. По фаворитов, да? Да, потому что бах, и сразу золотые медали. И вот в прошлом году тоже, вот, когда я собирался в Японию ехать, и там нужны были средства, да, я обратился, он, получается,
сделал такое, ну, в порядке исключения там, да, то есть тоже вот на эту поездку в Японию помогал, да, поэтому, опять же, просто, ну, пользуясь случаем, говорю, что спасибо большое, что вот, ну, пришел и вот, ну, проявил профессионализм, получается, и помогает сейчас развитию дзюдо в республике. Надо тогда в дальнейшем, да, надо добиться того, чтобы в Якутске прошел именно чемпионат по дзюдо, да, неважно какого возраста, да? Первенство, неважно, до 18 лет, до 21 года, или же взрослый чемпионат среди мужчин, среди женщин, да? Потом... Я могу дальше сказать. Угу. Я думаю, что вот именно официальное первенство или чемпионат, это как бы сразу брать с первого раза, не имея опыта, это, мне кажется, немножко слишком преждевременно. Ага. Стоит хотя бы, я думаю, с Кубка России начать. Тоже, он как бы статусный, но не такой, что там, допустим, люди попадают сразу в сборную, да, а все равно он статусный, что Сколько? Кубок России, многие приезжают, многие хотят выполниться мастера спорта, потом там же тоже тренерский штаб приезжает и просматривает, бывает так, что в порядке исключения оттуда тоже отбирают перспективных в команду. Поэтому вот мы сейчас как бы, ну, федерация тоже обсуждаем, что возможно там, допустим, через год-два там, ну, Кубок России провести. Если мы справимся с этой задачей, то я думаю, что вот опять же вот сейчас наши результаты, они подогревают интерес. Я сейчас так просматриваю детские соревнования, где-то смотришь. Там у нас тоже есть талантливые дети, будущее, вот, вот они, да, как есть. Поэтому там можно и с первенства начать, там, до 18. Да, детские, там, именно детские можно, да, первенство. Потому что это же пропаганда. Конечно. Именно пропаганда дзюдо в республике. Вообще, да? ЗОЖ как бы. Да. И вообще спорта, да? Спорта и праздник спорта. И можно, можно будет показать именно на нашем канале НВК Саха, да? Потому что у нас гендиректор тоже дзюдоист. Олег Олегович Марков, он же был чемпионом республики по дзюдо, да? Кандидатом на Дети Азии. Кстати, один тренер тренировал вот Аину, Карину и Олега Маркова. Мария Прокофьевна тоже. Так, Карина, вот Карина, расскажи про свою семью. Родители кем работают, да? Потому что спрашивают, да, люди интересуются именно. Мама работает бухгалтером в Пенсионном фонде России, а папа работает, получается, начальником склада восточной техники. А спортсменов не было? У тебя дедушка, может, бабушка? Дедушка и бабушка оба были спортсменами. По какому виду спорта? Дедушка соревновался во многих спортах. Многоборец. Да. Многоборец. Ага. Я знаю, у тебя отец сунтарский, да? Да. Из сунтарского улуса, да? Ага. Так, Аина? Холовара, тух, джонарон тугнелилери, кэтерпиттерин? Мен ем оскола, хатаскулилер, начальный класс учителынан. Агам административный тока ор Начальник спортивного учебно-спортивного отдела теперь. То есть спорт это сыгарнах была. Нюргияна? У меня мама работает на якутской фабрике. Папа, ну, нет, но у Нюргуяны бабушка, дедушка тоже золотые, потому что без них бы было бы, я думаю, гораздо тяжелее, поэтому они всегда рядом с ней. То есть те люди, которые непосредственно вложились да, в ее воспитание, в характер и так далее, это дедушка с бабушкой, которые проживают на птицефабрике Дани. Да. Вот. Поэтому им тоже... Ну, и у них вот, получается, золотые просто бабушка, дедушка такая, как бы, ну, такой хороший тыл, поддержка хорошая. К примеру, просто Аина, когда попала на первенство мира, она же попала и в личку, и в командном. И она хорошо, что была страна безвизовая, Казахстан. Ну, вот дедушка с бабушкой раз собрались там, ну, как бы и родня собралась, и они раз, как бы, вот, показали вот этот командный дух, поехали. Поддержка родных тоже важна, да? Очень. Это, ну, я, в моем понимании, это вообще такой фундамент, на котором спортсмен стоит, и которого вот поддерживают. Потому что нет этого, вот я просто, к примеру, ну, Таня Мисайлова, да, она детдомовская была. То есть у меня вот этой опоры как раз-таки... Это чисто, опять же, сугубо мое мнение, допустим. Она выиграла Россию, потом на следующий год она почти выиграла, да, там такой тяжелый период был, как бы у меня мать была жива, потом оказалось, что мы узнаем во время соревнований, после соревнования только узнали, что ее во время соревнования не стало этой матери, да, которая... Удар был, да, в свое время отказалась шок от нее, там, да, поэтому такую пережила, конечно, шок, ну, в детстве, там, да, вот, школу детского дома прошла,
И потом, когда мы переходили в юниоры, вот где-то все равно она могла вот оступиться там, да, разные моменты были. Mm-hmm. Потому что я думаю, что вот когда есть тыл у тебя сзади, mm-hmm. да, за твоей спиной есть там мать, отец, бабушка, дедушка там, и плюс родные там, всегда ты, можно, ну, как сказать, далеко пойдешь. Это тоже плюсует, да, получается, да? Третье, да. Третье уже, что нужно, да? Так, не-не-не, это говорю только вот, как ну, сказать... Ну, это твое мнение. Ну, это я... Сугубо. Меня к этому, то есть, тоже подвел один разговор вот с Леонидом Николаевичем Спиридоновым. Ну, бывает тоже, сядем и обсуждаем разные моменты. Вот мы как бы обсуждали тоже, спортсмен дали, и вот он мне как раз... Когда вот я про за Таню рассказываю, говорю, так и так, говорит, скорее всего, говорит, это такая вот ситуация. Я потом начинаю думать, это был разговор, конечно, давно, но все-таки оно имеет силу, что вот все-таки любой спортсмен должен быть очень мощно подкованный родными, близкими там, да. И в самой команде, где вот мы варимся, да, вот этот, мы же, ну, можно сказать, 24/7, да, вот эти все сборы, выезда, дорога, ты вместе, в комнате вместе, в столовой ты вместе. Если рядом с тобой тоже будет неприятный человек, ты же будешь в таком диссонансном состоянии. Поэтому все-таки надо постараться, чтобы более такая, ну, дружелюбная, гармоничная обстановка, чтобы всем было комфортно. Атмосфера, атмосфера, да, приятная атмосфера, да, в команде, да? А если там какая-то конфликтная, еще что-то будет, ну, от такой команды, мне кажется, где-то случайно может быть результат, но в основном я думаю, не добьешься больших этих. Поэтому спасибо. Важный момент. Юргуяна, а в твоей семье есть спортсмены вообще? Бабушка, дедушка, может, прадедушка? Может, любительские там в школе они занимались, а так нет. Я просто хочу узнать, вот есть ли у вас спортивные гены, да? Получается, да, у вас таких известных спортсменов нету, да? Но получается, чемпионами не рождаются, да, а становятся, да? Конечно. Да-да-да, именно. Я можно скажу тоже, вот я когда поехал на стажировку в Японию, да, я таким, ну, наивный, глупый, наверное, в каком-то смысле был, что я думал, вот если какой-нибудь там, ну, я там разные хорошие школы, ну, вообще супер-мега популярные школы японские попадал, и я все думал, что я какой-то секрет там подгляну, да, или как правильно сказать. А на самом деле-то, вот поговорка же есть, там, терпение и труд, все перетрут, да, и оно как бы имеет больше силы, нежели вот это вот какую-то где-то халяву найти, там где-то вот мне папа чемпион, я буду чемпионом, там, или дедушка чемпион, я тоже, вот как Илья Муромец там лежит на печке, там, да, и выпил святую воду, пошел там всех. Это все сказки, как бы, надо своим вот потом, кровью, там, да, усиленными тренировками добиваться, поэтому я думаю, что, ну, вот как бы копаться именно в генетически, там вот себя прийти на своих успехов, это как-то... Я видел, вот стараюсь все видео смотреть, да, и схватки этих девочек, да, я вижу, что они, как они настраиваются и как они спокойны перед финалом, перед поединком, да, это именно внутренний, да, мир должен быть спокойным, да, или это чисто подготовка тренера, именно, это, психолога? Нет, вы знаете, как, наверное, сейчас рассуждаете, как бы, ну, может быть, обидно, но как, это плывет айсберг, да, и мы видим там сверху такую, как бы, ну, вот там крошечную, там, 10%, это все видим. А так, чтобы вот мы до такого состояния дошли, это, правда, вот годы тренировок, множество поражений, там, да, после которых надо было, это же падение, встаешь, заново собираешься, надо опять настроиться на работу, да, столько всяких, конечно, многие испытания пережитые, да, и, ну, я, допустим, когда вот сейчас смотрел, когда все равно, я так думаю, ты должен определенный объем проработать вот, в течение года, если ты это сделал от и до, честно, да, причем, не так там, как бы, для галочки, то ты все равно, у тебя внутренняя, она уже появляется, эта уверенность, потому что ты уже проделала такой объем работы, да, и стоишь там, ну, она уже сама придет, эта уверенность. А если человек, который, ну, грубо говоря, похалявил там где-то, там где-то проскочил, где-то притворился больным, где-то там, ну, откосил от сборов, там еще что-то разное, там, или где-то там, не знаю, там, ну, всякие массы вариантов бывает, что-то пропустил, и этот человек приходит на старт, ну, какая у него будет уверенность?
Mm-hmm. Он будет уже больше рассчитывать на какую-то где-то там повезет, где-то спортсмен там не выйдет, еще что-то там, где-то судья поможет. Получается, закаленный характер у этих девочек, годами закаленный. Мы еще в процессе, мы только учимся. Сейчас орать, что мы все такие закаленные. Так, тоже. У нас наше время подходит к концу. Да, ну, вкратце, да, что ты бы мог посоветовать именно вот начинающим спортсменам, да, и вот родителям? Всегда говорю, дайте детям, да, детство. То часто вот очень много вижу родителей, которые вот сами как бы, ну, не смогли раскрыться в спорте. И маленького ребенка, ему там 10-12, там, пускай даже 13, там, да, а еще бывает и 7-летних там приводят и начинают его там, ну, просто из него там пытаться делать там. Этот ребенок, ну, это же он же должен созревать, там, этап проходить, да, и уже видно, допустим, там, через 3-4-5 лет, что из него будет спортсмен, там, ну, вот такого уровня, допустим, или он будет там развиваться там в другой сфере, там музыка, танцы, не знаю, там физику или математику и так далее. Поэтому просто чтобы это все было не принужденно, не насильно, а по желанию, вот да, как ребенка, вот да, на примере Аины, допустим, никто ее не заставлял пойти в зал дзюдо. Они полюбили дзюдо. Она увидела там того же Галстяна, да, с которым она в этом году уже стоит, разминается, тренируется. Это был далекий 13-й год. Захотела и пошла. Вот. Спасибо. Спасибо. Вам желаем удачи. Впереди ответственный Олимпийский год. Ждем дальнейших побед. Спасибо за интересный разговор. Чёрт, дорогой болон, а на скафир гадлы.